прости, а можно вопрос о личном? О, никто никогда не спрашивал меня о личном. А твои антенны, они для чего? Предназначение? Да, мы с Квиллом поспорили. Чувак, о таком не говорят. Я сказал, что когда тебе попадается слишком низкий дверной проем, твои антенны шлют сигнал, чтобы тебе голову не отрубило. Да, но если для чего угодно, кроме защиты от внезапного отсечения головы маленькой дверью, я победил. Нет, они не для дверных проемов. Скорее, они как-то связаны с эмпатическими способностями. Это как? Касаясь кого-то, я знаю, что он чувствует. Так ты телепат? Нет. Телепаты читают мысли, эмпаты видят чувства, эмоции. Можно? Ну, давай. Ты явно влюблен. Да, конечно, я влюблен в эту жизнь, в этот удивительный женщину? Мир. Без памяти. Ты вожделеешь ее? Да нет, ничего такого. Вот эту? Нет, я сказал. Это уже... Ну, знаешь. Она раскрыла всем твою самую страшную тайну. Чувак, тормозни, она ничего не знает обо мне. Мысли твои срамные. Давай меня, меня теперь проверь. Проверяй. Из тебя льется юмор. Да уж, я посмешище ливников. Ну, Квилл. Тронешь меня и почувствуешь, как хрустит сломанная челюсть. Еще я могу влиять на эмоции в некоторых пределах. Ну и типа как? Коснусь того, кто печален, он на время отрешится от своих печалей. Я могу упрямца сделать уступчивым. В основном я лечу бессонницу господина, ведь он не спит ночами в думах о потомстве. Можешь меня полечить?